70 кустов акации сломаны во время уборки улиц. Ангарский пенсионер Вениамин Лузгин уже 5 лет ухаживает за насаждениями возле своего дома по улице Космонавтов. Там разделил кусты, потом сходил, приобретал в этом, в институте, возле института, там договорился, разделил у них кусты, вот, и высадил вот здесь. Ну, а в этом году, пока лежал в больнице, приезжаю здесь, вот такое натворили. Я не знаю, 10 метров буквально проезд, свали, там есть место, вот здесь место есть. Есть куда сваливать снег. Почему обязательно надо вот так, чтобы это по-варварски взять, свалить? Озеленением улиц родного города пенсионеры занимаются уже давно и за свой счет. Но заботу ценят единицы. В прошлом году под окнами мужчины вытоптали 150 георгинов, которые так и не удалось спасти.